напал на меня! Черт, черт! Убери его, убери, убери! Всем привет, ребята! С вами снова я, королева мистики. А это значит, что сейчас будет наистрашнейшее, как сказала одна из моих подписчиков, видео на всем русскоязычном ютубе. Друзья, пожалуйста, прямо сейчас спуститесь ниже под видео и напишите, какой монстр на данный момент для вас пугающий, ужасающий, страшный. Например, горка-пожиратель или... туши свет или какие-то другие творения и монстры Тревора Хендерсона или других, друзья, может быть, кто-то из SCP фонда. В общем, мне нужно знать, что вам интересно и что вас пугает. А сегодня, друзья, мы заказали на сайте Darknet красного Among Us предателя, друзья, не обычного Among Us, как мы в прошлый раз заказывали, а именно предателя. Говорят, что он отличается своей жестокостью. Мы это прямо сейчас и проверим, друзья, на 24 часа челленджи вместе с Among Us. Погнали! Итак, друзья, в этом конверте у нас находятся деньги, которые мы отдадим за проклятую игрушку, за проклятую живую игрушку Among Us предатель. Вот, посмотрите, здесь без обмана лежат очень-очень много евро. Друзья, почему-то я сегодня решила расплатиться евро, не долларами, но там, в принципе, и без разницы. Хоть рублями, хоть долларами, хоть юанями, хоть чем угодно, любой валютой они принимают все. Поэтому, друзья, у меня были сегодня евро, поэтому расплачусь, друзья, евро. Among Us предатель. Кто из вас, кстати говоря, играет в эту игру? Раньше играл, может быть, или сейчас нравится? Как часто вы были предателями или вообще никогда не были предателями в этой игре? Я очень долго один раз играла так, что было очень много народу. Было просто миллион Among Us'ов, и из них было 1010 предателей. Я играла практически весь день. Вы играли так когда-нибудь? Ну, в общем, это было жутко. Было очень много всяких заданий, очень стрёмных и страшных. И в итоге мы нашли всех предателей. Как я прочитала на сайте Darknet, именно Among Us предатель, он должен быть красным. И он очень злобный. Короче говоря, как только мы проведем обряд специальной вуду-магии для того, чтобы оживить... Так, где-то здесь нам нужно обменяться, да? Для того, чтобы оживить эту живую игрушку и проверить, ли правда это или нет. Так, нам надо здесь. В общем, друзья, прямо сейчас, буквально через несколько секунд, вы узнаете, как выглядит Among Us предатель и что он будет делать после обряда вуду-магии. Так, мы оставляем денежки здесь. Так, мне, если честно, страшноватенько, потому что я единственное, чего боюсь, это непредсказуемости. То, что Among Us может вселиться в меня, зазомбировать, может вообще меня убить. Это действительно пугает. Но будем надеяться на лучшее, потому что тот обряд, который мы будем проводить, и живую игрушку, главное вовремя разрезать. Правильно, друзья, досмотрите это видео до конца, потому что в конце я обязательно разрежу этого Among Us'а и достану все те предметы, которые делают его живым. А вот что внутри Among Us предатель, вы узнаете совсем скоро. А пока мы производим обмен. Я кладу денежки сюда и жду, когда принесут заветную посылку с сайта Darknet. Итак, друзья, мне пришла смс о том, что посылка уже доставлена, и прямо сейчас мы ее с вами заберем. Я вижу уже этот черный пакетик. Отлично, друзья, но предупреждение для вас. Никогда, если вы видите какой-то неизвестный, чужой для вас предмет, никогда не подходите к нему близко и не трогайте чужие вещи, друзья. Это может быть опасно, поэтому будьте осторожны. Я заказала на сайте Darknet посылку, и я знала, что ее сюда принесут, поэтому это безопасно, друзья. Прямо сейчас мы откроем и увидим, как же выглядит проклятая игрушка Among Us предателя. Черт, ребята, вот это жесть! Офигеть, он огромный, он какой-то весь грязный, испачканный, как будто он где-то валялся, ребята. Это Among Us предатель, и прямо сейчас мы проведем вуду-обряд над этой живой игрушкой, и, возможно, услышим впервые, как говорит Among Us.
Итак, друзья, прямо сейчас мы проведем обряд вуду-магии. Мы поставим Амон-Каса сюда. Возьмем специальный череп с порошком. Попробуем его. Так, поставим череп здесь, рядом. Теперь при помощи доски Уиджи призовем Экзи-душу. Экзи-душа Амон-Кас, предатель, приди. Экзи-душа Амон-Кас, предатель, приди. Экзи-душа Амон-Кас, предатель, приди. Амон-Кас, ты здесь? Амон-Кас, ты здесь? Да. Отлично, друзья. Душа вселилась в эту проклятую игрушку. Ладно, давайте попробуем поговорить с ним. Амон-Кас, ты слышишь меня? Амон-Кас, эй, ты живой? А, черт, Дима, он напал на меня! Черт, черт, убери его, убери, убери! А! Ребята, вы слышали голос Амон-Каса? Черт! Че он натворил, ребята? Амон-Кас селился в меня. Он все разбил. Он, блин, че он натворил? Черт, ребята, нужно срочно его разрезать, потому что это никуда не годится. Амон-Кас, я не... Господи, у меня до сих пор еще ощущение, как будто что-то внутри меня. О, черт! Дим, блин! Мне жутко как плохо. Что он искал? Почему он разбил все мои атрибутики? Он искал предателя. Он не нашел? Он не нашел, господи. Что же это такое? Черт, ребята, ну, я надеюсь, что после того, как Амон-Кас селился в меня, вы услышали реальный голос Амон-Каса. Я его не слышала при монтаже видео, я его послушаю. Ладно, Экзи-душа Амон-Кас предателя, уходи. Экзи-душа Амон-Кас предателя, уходи. Экзи-душа Амон-Кас предателя, уходи. И я разрезаю эту проклятую игрушку. Прямо сейчас мы увидим, что внутри Амон-Кас предателя, ребята. Я уже чувствую, что там что-то интересное. Черт. А, черт! Ирин, ты все в крови? Черт, меня вырвало! А, что-то меня притянуло к этой игрушке. Господи, это какая-то магия. Ребята, это чересчур, это какая-то магия. Посмотрите, что внутри. Это какие-то кишки, что ли, Амон-Каса. Это не просто, ребята, кишки. Это похоже на иголку. Ребята, смотрите. Это реально иголка. Возможно, это такие кишки у Амон-Кас предателя. Черт. Как будто что-то в горле застряло. Черт, ребята, посмотрите, что тут внутри. Внутри Амон-Каса какие-то черви, а также какие-то специальные щипцы. Слушайте, возможно, он ими выполняет свои задания или убивает своих жертв. О, господи, ребята, черт, это чьи-то волосы. Видимо, это волосы очередной жертвы-предатель. Ведь вы знаете, в игре Амон-Кас предатель просто всех убивает, всех режет, ребята. Поэтому он и называется предателем. Черт, у меня начинается какая-то трясучка. Господи, ладно, мы, по-моему, все достали. Чтобы завершить обряд, нам нужно достать все магические предметы, которые делали эту Амон-Касскую игрушку живую. Я думаю, что это все, ребята, но это все... Выглядит достаточно жутко, но мы справились. Вы услышали голос Амон-Каса и узнали, что внутри Амон-Кас предателя. С вами была я, королева мистики. Всем пока!